Аварий в городе становится меньше. В первые три месяца этого года произошло 279 ДТП. За такой же период прошлого было на 60 аварий больше. При этом, по подсчетам автоинспекторов, вырос процент происшествий из-за дефектов на дорогах. На статистику повлияли изменения требований, которые предъявляют к асфальту, знакам и разметке. Теперь фактически любое ДТП можно связать с дорожными условиями. Как сделать магистраль Новосибирска безопаснее, решали сегодня в мэрии. На это по федеральной программе муниципалитет потратит больше миллиарда рублей. Планы к концу года снизить количество ДТП еще на 15-20%. Обеспечить все школы так называемыми светофорами Т7, это желтое мигание. Я думаю, что в этом году мы максимально приложим усилия, чтобы все школы, которые выходят на проезжую часть, обеспечить такими светофорами. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!